Праздник, в котором развлечение сочетается с поучением. Для особенных ребят из организации «Солнечный круг», а также воспитанников 3-й коррекционной школы 1 июня организовали традиционную экскурсию по городу. Новшества в этот раз два. В качестве транспорта – не троллейбус, а автобус. Окна не такие большие, зато кресла удобные. И второе – это новый маршрут. Сегодня наш маршрут будет пролегать по промышленной части города Иваново. Мы хотим сегодняшней экскурсии показать, что существует не только центр, но существуют еще и отдаленные участки города Иваново, об истории которых тоже нужно знать. Эта экскурсия сегодня – это наш подарок ребятам, особенным ребятам из общественной организации «Солнечный круг» и из 3-й коррекционной школы на 1 июня. 1 июня – это Международный день защиты детей. Экскурсовод – опытный краевед Александр Семененко. Он рассказал о самых интересных фактах жизни города начала 20 века. Даты и имена старался не использовать. Экскурсия должна быть максимально упрощена, адаптирована. Ребята плохо запоминают, и им сложно воспринимать большое количество информации на слух. Разобраться в краеведении им помогают мамы и учителя. Интересно, потому что действительно мы очень много не знаем про наш город. Мы ездим в какие-то места, это бегом-бегом, а здесь вот именно нам будет говорить. Детям это очень интересно, они хотя бы посмотрят тоже вот наш красочный Иваново. Оно сейчас преображается достаточно очень быстрым темпом. Поэтому я считаю, что получим массу позитивных, положительных эмоций. День защиты детей – негласный старт экскурсий по городу. 1 июня по центральным проспектам проехали также одаренные подростки. Им краевед Семененко рассказал о столетии образования губернии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.